Колосятся озимы и нивы, зацветают в садах бураки, а над речкой очень красиво в хороводе идут колобки. Налетел от хлевов свежий ветер, щука в речке жует карася. Ничего нет прекрасней на свете, чем под вечер кормить порося. Под зеленой рябиновой кистью пьет крепленное тетки, дядьки вино, а ядреная бабка Анисья со скубента пошла в гумно. Над овинами спят буераки, на палатах подпевка лежит. У родные коровы собаки, и не надо жирафов чужих. А это я зашел, как-то гулял по центру города и зашел в колонный зал Дома Союза, потому что там был бесплатный концерт. Там стоял какой-то бородатый мужчина и читал стихи. Он так проникновенно читал, что из меня сразу поперло, и написал мне сразу продолжение этих стихов. Я не помню сами стихи, вы поймете, где его стихи, там, где мои. Сейчас. «О, Россия моя неумытая, как люблю я твою неумытость! Ты как водка в стакана налитая, славлю шире я твою разлитость! Славлю я петушиное пение, и коровьего запах навоза, сна могучего хлавлю храпение, и совхоза твои, и колхоза». Дальше его слова идут. «Вот кого-то безвинно обидели, вот кого-то бездульно надули». Дальше я пишу. «Вот у женщины лифчик увидели, в телевизор засунули дулю. Пусть масоны же, люди проклятые, захлебнутся своей мацою. Все мы станем твоими солдатами до последнего самого Цоя».